Спасибо. Скажи, если Оле что-то нужно. Ну, не считая внешних повреждений, самолет в порядке. Отлично. Чарли. Что? Есть информация о том корабле? Работаю над этим. Теракт назван «Американский огонь». Полный танкер. Страшное оружие. Что это было? Я здесь ни при чем. Грим. СМИ не отвечает. Не работает. Чарли? Я пытаюсь. Брикс, а у тебя? Ничего. Есть только свет и внутренняя связь. Это кабина пилота. Двигатели теряют мощность. Сколько мы протянем? Вопрос нескольких минут. Навигация отрубилась. Только ручное управление. Надо проверить заднюю панель. Я не успею все восстановить. Я даже не знаю, как они это сделали. Эй, приятель, отзовись! Командир, что у вас? Это второй пилот. Нужен врач. В чем дело? Капитан, разбил голову, когда тряхнуло. Он плох, без сознания. Повторяю, нужен врач. Самолет под контролем? Черт. Двигатели сдохли. Пытаюсь завести. Все системы навигации блокированы. Справишься? Да. То есть нет. Попробую удержать самолет вручную, спланировать. Но нужен второй пилот. В одиночку всем этим управлять не выйдет. Свяжись с пилотом. Ты куда? За Кобиным. Попробуй резервное питание. Опять пробую удаленку. Достань из кейсов, Майя, готовься стереть все. Давай, Чарли. Дай-ка угадаю, мы в полной заднице, и только я могу нас оттуда вытащить, так? Пилот вырубился. Черт! А что второй пилот? Летит на ручном. Ясно, нужны двое. Отключи питание, второй генератор и перезагрузись. Мне нужно в кабину пилота. Выпусти меня, Фишер. Фишер, выпусти меня. Я отключу питание. И сбрось часть груза, это даст нам немного времени. Брикс, давай хвост самолета. Нужно сбросить груз быстро. Уже иду. Я оставлю сообщение в черном ящике, на всякий случай. Сэм, грузовой отсек открыт. Я говорю с борта воздушного командного центра «Паладин». Если слышите это сообщение, свяжите с представителем правительства. Нужно снизить вес! Сбрось вертушку! Не вариант! Черт! Брикс, посвети мне! Я выстрелю! Ты попадешь в него сверху? Сейчас узнаем! Чуть-чуть, Сэм. Еще немного. Сэм, иди к грузовому люку. Там обзор будет лучше. Ты на месте? Вижу цель. Погоди. Еще разочек. Перезапуска системы, нужно вырубить питание. Шевелись, щиток под фальшполом. Где-то под СМИ. Люк в отсек электротехники здесь. Кобин,
генератор отключен. Прелестно, тебе нужно войти в пике. Тащись в кабину, а то еще вылетишь через воздухозаборник. Сейчас буду. В чем дело? Он хочет все перезапустить на лету! Я бы уже все сделал, если бы этот кретин не мешал. Самолет упадет! А по-твоему, что с ним сейчас происходит? Пусть попробует. Работает. Надо. Фишер, надо восстановить подачу топлива. Если это сработает, на запуск у нас будет пара секунд. Блок ручной подачи топлива там. Как перезапущусь, тяни штурвал на себя, понял? Шанс у нас только один. Три, два, один. Хоп! Ну давай же, давай! Давай! Давай, 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 давай! Что тут у нас? Основные системы работают. Мы летим, но летим вслепую. Грим, внутренняя связь работает, но вся остальная еще нет. Это еще что такое? Нас атаковал вирус, аналог Stuxnet. Я восстановил СМА и полностью очистил систему, все в норме. Как инженеры запустили сюда вирус? Мы проведем расследование и выясним. Вот черт. Что еще? Вот что мы получили перед тем, как все вырубилось. Они запустили программу сохранения правительства. Что это значит? Всех шишек из армии и правительства попрятали по бункерам, чтобы наверняка выжили. Как тогда, 11 сентября? О, боже. Думаешь, последний их теракт? Мы еще не знаем, Чарли. Сосредоточься и восстанови связь. Давай проверяй частоты, все до одной, пока не пробьешься, ясно? Брикс, есть новости о том корабле? Никакой связи с миром у нас по-прежнему нет. Не можем ни с кем связаться, но работаем над этим. Чарли. Вирус. Я нашел источник. Он проник, когда мы потрошили тот планшет из Миравы. Не может быть, система... Я тут изменил пару протоколов защиты. Хотел увеличить быстродействие. Ты пустил вирус в систему? Вот как нас нашли в Мексике. Нет, не так. Пока мы были на Земле, я связался с одним знакомым из того картеля. Инженеры объявили за нас награду, и он нас, похоже, продал. Чарли, как... Есть! Теракт американский огонь удался. Отсюда и программа сохранения правительства. Что было их целью? Прости, Сэм, слишком много информации. А вот. Похоже, Луизиана. Сабин Пасс. Танкер с газом. О, боже. Сабин Пасс. Крупнейший топливный терминал на побережье. Перед ударом танкера инженеры еще запустили в терминал вирус. Системы безопасности, их дубли. Все было отключено. Вирус работает точно так же, как и на нашем самолете. Вот черт. Все топливные базы побережья заражены. Если так пойдет... Их взорвут одну за другой. Точка сброса близко, Сэм. Готов. Снижаемся до 500. Замедляемся. И три, два, один... Пошел! Пошел! Грим, Сэм пошел. Ясно. Поехали. Грим, я на земле. Иду к сбитому вертолету. Сэм, котики под плотным огнем с земли. Инженеры? Да, спецназ в ловушке. Не знаю, сколько продержится. Yeah.
Откуда ты знаешь отзыв? Если ты передумал стрелять, не тыкай в меня стволом, я пришел помочь. Нам помощь не нужна. Откуда ты взялся? Сам по себе. Вам приказали зачистить терминал? Нас послали остановить танкер, но было поздно. Мы прибыли после столкновения, наткнулись на противника. Почти взяли их лидера, но тут началась херня. Грим, тут приоритетные цели из инженеров. Дай координаты. Черт! Все системы заработали. Похоже, они отбили терминал. Блокировать зону! Особенно восток! Держите меня в курсе! Вперед! Лидер должен быть в поле зрения, Сэм. Вижу. Я пошел. Он пытается сбежать. Я за ним. Вижу его! Давай! Извини, Сэм, могу открыть их снова, но нужно время. Поищу другой путь. Чарли, ты должен... Понял. Ты. План, садика. Говори. Ты опоздал. Что вы сделали? Ваш президент. Она выдала садику ваших людей. Денвер. Бункер. Садик поджидал их там. Все кончено. Грим, Брикс. Лидер ранен. Нужен врач, быстро. Сделаем. Скажи им, он обездвижен. Сделаю. Связь с президентом есть? Еще нет. Есть новости от котиков. Они в порядке. Заправляемся. Взлет через 20 минут. Эй, спасибо за помощь. Не за что. Есть минута. Сейчас? Да нет, пожалуй. Поговорим позже. Грим, вирус. Надо сказать ему. Не надо. Я облажался. Думаешь? Почему ты меня прикрываешь? Ты же не хочешь со мной работать. Нет, не хочу. Спасибо. Сам спросил. Ты никого не слушаешь, думаешь, что знаешь все. Для тебя работа — это игра. Это все? Нет, не все. Знаешь, что меня больше всего тревожит, Чарли? Работаешь ты отлично. Между Садиком и всем миром теперь стоим только мы. Я не могу позволить Сэму скинуть тебя за борт. Прости. Найди способ загладить свою вину. Это тот самый вход? Проверь средства защиты. Грим, ты связалась с президентом? Да, но нас не хотят слушать. Как это? Секунду, тут помощник президента. Извините, президент занята неотложными делами и не может с вами говорить. Это четвертый эшелон. Она знает. Прости, Грим. Попиваешь с президентом кофеек и считаешь себя важной шишкой? Учти, у меня есть связи в Конгрессе. Ты угрожаешь мне? Нет. Дай мне президента, если дорожишь, работай. Теперь угрожаю. Президент Колдуэлл, мы считаем цель Садика – бункер зоны F в аэропорту Денвера. Да, у него там были агенты. Садик взял бункер, и у него якобы есть химическое оружие. 2 часа, и мы будем там. Нет, вам пора домой. Что? Положение под контролем.
Бункер уже полностью отцеплен войсками. Садик готов к переговорам, если его условия... Из каких это пор Америка торгуется с террористами? В его руках несколько высших государственных служащих, в том числе министр обороны. Садик непростой вымогатель. Он гораздо выше этого. Свободный мир не полагается на инстинкты. Вы вне игры, а я нет. Данная вам пятая свобода – не оправдание личной мести. Мы держим все под контролем. Это ведь западня! В последний раз, Фишер. Я запрещаю взлет Паладину. ВВС собьют любой самолет на подходах к Денверу. Я обязан помешать Садику, но один я не справлюсь. Летим в Денвер. Летим в Денвер. Летим в Денвер. Крим, мы сможем как-нибудь проскочить сквозь ПВО Денвера? Там сейчас метель. Незаметно подлетим, затем сбросим высоту. Чарли поможет мне подготовиться. Да, Грин, конечно. Что? Повтори. Сэм, пилот отказывается лететь в Денвер. Так гони его. Тащи Кобина. Кобин, что у нас? На опознавателе светимся как солнце. Электронику я беру на себя. Ты главное нас посадить. Мы подберемся поближе. Группа Дельта близко и готова задать нам трепку. Так, а это уже плохо. Обнаружили вторичные цели? Да, системы связи, защиты и жизнеобеспечения управляются с контрольного поста. Я переделал вирус инженеров и скинул вам на флешки. По одной в каждую систему, и бункер блокируется. И мы, кажется, знаем, что нужно Садику. Там автономная система, но в ней есть дыра. При запуске программы сохранения правительства вся важная информация дублируется в бункере. За ней Садик и лезет. Надо доложить президенту. Переговоры могут прослушивать. Работаем молча. Притянитесь, мы ниже зоны радаров. Из-за тебя нас убьют. Ну, а теперь вырубаем свет. Бросаюсь на Регу. Готовы? Пошли. Что теперь делать? Молись. Сэм, Брикс, это Грим. Мы в деле. Кто-то в самом бункере пытается добраться до архивов министра обороны. Если Садик вскроет файлы... Надо ему помешать. Любой ценой. Действуем. Стоять! Не с места! Воздух не подается. Что там у вас? Вентиляция отключена. Мне нужны не проблемы, а решения. Что у нас там с заложниками? Так. Вы же сделаете, что от вас просят. Доступ тебе не получить. Ты уничтожишь Америку. Начнешь войну. На войну мне наплевать. Мне нужно самое важное оружие. Информация. Тише, тише. Просто расслабьтесь. У вас теперь нет выбора. Все, что вы можете, это потерпеть и сломаться. Пошел ты! Кто-то проник в бункер. Скорее всего, спецназ. Давай безымянный. Нет! 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 А ты очень упрямый.
Где Фишер? Уже близко. Оставишь меня в командном пункте? Чтоб ты связался с командой. Я похож на идиота? Скрутить его. Не люблю я подкожные рации. Как протезы. Фишер, у меня ваш дружок. Уходите, и я его не трону. Ведите его. Фишер его не оставит. Надо перевести заложников. Прошу! Браво! Не заложники надо. Почти у тоннеля. О, боже, прошу. Нет, помогите. Ты что, совсем сдурел? Он же откинется. Передай мне тот жгут. Примись за другую руку. Нет! 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 Не надо! Нет! Сделайте, что просим, и все. А не то лишитесь пальцев, лишитесь ушей. А может, зубов? Нет! Я все сделал. Могли бы сохранить руку. Копируйте файлы. Нет, нельзя. Мне очень жаль. Очень неосторожно. Ты в него не выстрелишь. Отнюдь. Собрался его убить? У тебя кишка тонка. Извини. Нет! Поведешь нас к самолету. Поднять его! Это Маджид Садик. Бункер зоны F находится под нашим контролем. Мы выходим с заложниками. Мы отпустим их, если дадите нам уйти. Любая провокация... И они все будут уничтожены. Давай его мне. Осторожно. Там полно снайперов. Они только и ждут наши ошибки. Ты не ответишь, Сэм. Но им нельзя дать уйти. Останови их любой ценой. Самолет надо полностью заполнить. Сэм, Брикс ранен. Я в норме. Садик убегает. Убери Садика. Ты же ранен. Кончи его, Сэм. Где же ты?
Все кончено. Думаешь, все дело во мне? Ведь дюжина стран стоит за инженерами и за мной. Ты готов к дюжине войн? Убей меня. Убей! И они восстанут! Отправь меня на суд. И я расскажу все тайны, что знаю. Я уже победил! Всегда есть и другой путь. Так, и сколько здесь патронов? В основном в магазине 20 штук. Осторожней с пушкой, мы вообще-то в самолете. Расслабься. Эй, Брикс! Что это? Пушка. Так, а почему он не в клетке? Я рад тебя видеть, Брикс. Он рассказывал мне об оружии. Похоже, я теперь в команде. Ага, мечтать не вредно, Кобин. С возвращением, Брикс. Рад тебя видеть, Грим. Ну, что у нас? Официальное заявление. Силами США проведена операция, в которой убит Маджид Садик, лидер террористов, называвших себя инженерами. Первый раз говорю с мертвецом. Кто ты? Начнем сначала. Мы благодарны отважным людям, которые сумели найти и предать суду террористов. Мир не узнает о них. История забудет их имена. Но их жертва не забудется никогда. Вик.